Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня я мыслю позитивно и создаю для себя прекрасную жизнь. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что сегодня для вас будет самый чудесный день. Ну а теперь уникальное послание на 3 февраля. Избавление. Несмотря на то, что в сложившейся ситуации большинству людей не просто взять себя в руки и успокоиться, но ради себя, своих близких и окружающих это все-таки стоит и сделать. Данная ситуация, которая происходит у вас, это лишь подпитывается всеобщим хаосом и паникой. И потому в наших руках не дать себе попасть в эту ловушку. Это послание дано для того, чтобы мы прибегли к силе молитвы, доверили свои чувства небесам и попросили высшие силы указать верный путь. Ответ придет в виде образов, снов, знаков или видений. Помните, что само по себе бесцельное беспокойство только усиливает и без того сложную ситуацию, ее питает. Чтобы помочь себе и своим близким прожить этот период, помимо молитв, занимайтесь привычной рутиной. Отвлекайтесь от происходящего вокруг путем концентрации внимания на простых житейских заботах. И в течение всего дня обязательно проговорим такие слова. «Мой мир полон счастья, изобилия и радости». Вот говорим 7 раз, и вы посмотрите, то в вашей жизни будет именно то, что вы хотите для себя.